Доброго всем динозавра, господа, с вами снова Синич и Римас, и мы начинаем Привет, динозавр. Вернее, ребята, я начинаю новое выживание. Да, новое выживание, как вы знаете. А Синич продолжает. Да, Синич продолжает. Ребята, в общем, да, объясним ситуацию сразу, да, чтобы никто не бомбил, никто там, ай, дизлайк, отписка, давай. А что у нас, кстати, ночь, да? Ночь, а не, тут уже. Не-не, уже рассвет. Короче, ребят, Синич уже, в принципе, в своих сериях сказал, что у нас произошло на хардкор серии. Он у нас не работал 2-3 дня, то есть, поэтому у нас записи и не было. В итоге мы зашли, а там полный вайп. Короче, мы играли на неофициальных серверах из-за одной фишки, из-за русского чата. И, знаете, нас бомбануло, просто бомбануло. Мы решили с Енчем все, начать одно выживание, мы будем выживать на официальном сервере. Здесь и французы, шмансузы, да, короче, да. С ними будем общаться, выживать, в общем, вроде бы бойцы нормальные. И я тут к Сеничу вторгся, то есть Сенич уже, кто смотрит Сенича, я рекомендую, кстати, подпишитесь, ребят, на Сенича, посмотрите, как он начинал свое выживание соло. Теперь его соло выживание превращается в совместное выживание, то есть батька Римас пришел такой, вторгся. Не-не, ребят, вы не обращайте внимания на все, что он говорит, у меня также слово выживание, просто у меня рабыня появилась. Да ладно, что ты? Попутался, я сейчас солью нахер здесь на месте. А, ну, правда, я... Давай. Какого уровня? Четвертого, да? Четвертого. Так, как трайп называется? Самки, переименуй. Сейчас кикну с трайпа. Самки. Давай, попробуй кикни. Самки. Так, ладно. Теперь ситуация кардинально изменилась. Теперь глава трайба я. Ага, глава трайба ты. Ну ладно, хорошо. Да. Ну ты попади тогда хотя бы по мне. Ай, давай, до свидания. У нас, кстати, анкила томится, ты не понимаешь. Давай, до свидания, кикс трайба. Какого уровня он? 40-го? 40-го. Ай, молодец. Да. Ну чё, пойду тогда что-нибудь поформлю, поработаю, да, Сень? А, знаешь, короче, что я тебе советую сейчас сделать? Ты инструменты взял? У тебя вода есть? Кузница. У тебя нет воды. Я взял, да. У меня есть ягоды. Тоже. Давай ягоды. Вон, зайди в загон там, да, можно через дом зайти, можно через ворот. Да я с колобка взял. С колобка как раз брать не надо, потому что сам он их не добывает. Ничего, ну у него там нормально, стак есть. Короче, да, мой тебе совет. Берешь колобка и идешь, мочишь динозавра. Убил динозавра, слез киркой, мясо добыл. Все это мясо пусть отухнет, и потом на трайке собираешь наркоягоду и крафтишь наркоту. Ребята, ну, видите, на колобке прокачаешься. Вы это видите, ребята? Скоро будет мой флаг здесь. Скоро здесь мой флаг будет. Мы сейчас потихонечку, не ребята, туда-сюда, обратно там. И этот, захватим, короче, его базу, зарядим его, убьем его и, короче. Да, да, конечно. Сделаем государственный переворот, трайбовский переворот. Этот флаг даже не я ставил. Это ставил подписчик, не смей его старания портить. Ну ладно, хорошо. Ну, если ты будешь себя хорошо вести. Да нет, это конечно, все шутки, ребят. Ну что, я тогда пошел. А, что надо? Что надо? Синь, мне надо прокачаться, реально. Надо прокачаться, я тебе говорю, иди на колобке, качайся на животных. Просто поубивать их колобком? Ты посмотри характеристики колобка. Просто сейчас, подожди. Посмотри, ребятам покажи. А где у тебя мясо? А, вот мясо. Я возьму. Холодильники. Да, бери. Кусков возьму. Бери. У меня 22 куска во мне лежит, кажется. Как раз я мясо подобываю и так далее. Колобок какого уровня? 99-го! Да ты читер! Да, ты характеристики посмотри его. Характеристики. Ой, я свои характеристики смотрю. Ай, дизлайк! 8000 хп, 724 дамага, что ли? Да, нихера да. Себе. Я на этом колобке 60 плюс рексов разбирал уже. А вот горилла есть, я вижу. Да, я, кстати, горилл очень легко убивает, из-за них опыта хорошо дают. Угу. Блин, если хорошая горилла будет, то ты сразу левела 2 можешь. Правой кнопкой мыши нажимаете и вот так вот, хоп, раз и на матрас. Блин, ну реально, это просто изи старт. Это изи старт. Горилла. Ты уже через бинокль посмотрел, да? Конечно. Да. Все, у меня левела. Мне даже 77 опыта пришло. А тебе так там вообще, наверное, 100. А, нет, тебе тоже 77. Тебе кожу или мясо? А, мясо добывай, это не мне, это тебе. Ты его потом сделаешь, ага, тяг, и будешь на наркоте еще качаться. Так, хорошо, понял. А, немного хп подкачаю, 120. А, я пока, Синч, я ничего не буду изучать. То есть, колобок капнулся. Да, колобку... Так... ну, можно хп даже. Давай хп, да. 9189. Да, отлично. 9189. До десятки доведем нормально. Синич, а это чья база? К-
Какая? Соседи, вот эти вот, вот соседи, да? Ты твои? Знаешь, я вот этого, вот конкретно вот этого соседа я ни разу не видел. Он, короче, у него внутри стоит Дина, поэтому нападать я на него как-то боялся. У него стоял тут Бронто несколько дней. Ага. И, короче, этого Бронто кто-то напал на него, выманил его в воду, и тот в воде задохнулся. Понятно. Но у него здесь крыша, смотри, вот какая-то недобитая крыша. Ну, чуть-чуть ты знаешь что, у него, видишь, отдельно загон, отдельно двери. Ты попробуй вот с того угла, где двери обычные, не где загон, а где с другого угла, колобком стену побей, посмотри, будет отниматься, нет там КБ. Может быть, сейчас можно посмотрим. Будет зарядить. Только аккуратно, смотри, если животные к стене подойдут, значит там у него нет перегородки, и тогда там у него, кажется, хвост анкилы. Или колобка. Да, колобка, кажется, да. Вот ты с другой стороны побей дом. Не, ты не понял. Ну ладно. Вокруг оббеги, короче. Ну я вокруг оббегаю, вот. Да, только не со стороны загона бей, да. Вот, да, все правильно, вот с этой стороны. Ага. Сейчас я просто смотрю. Когда он крутится, он не бьет, он бьет только. Да я знаю. Не, он не бьет. Этот. Не долбит, да? Не, он не долбит, нет. Ну, народ вообще, кто-то мне писал, что долбит, но я, если честно, так и не проверял еще. Нет, он никогда не долбил. Даже не было, может быть. Нет, он не долбил никогда. Это только гигантозавр. Рекс даже не долбит его. Или долбит? Нет, не долбит. Нет, Рекс не долбит. Да, это только гигантозавр, он камень жрет и все. Так, я вижу там трайка. Трайков, вернее. Ребят, сейчас быстренько раскачаем. Блин, мочи. Нам, я одно сетло на птера сделал, надо получается нам теперь хитин кератин набивать на второе сетло. Если всяких жучков будешь убивать, то обязательно их топориком собирай. Блин, везде тут постройки. Ребята, официальный сервер и нету лагов, ёптать. Не то что у нас, блин, у нас там реально какие-то вечно какие-то то ли лаги, ну, то ли еще здесь что-то. Здесь вот так же, как на других официальных серверах, то есть иногда там секунд на 5 подвисает все. Но это весь сервер, наверное, зависает. В час пик, наверное, да? Не, это просто раз в определенный промежуток времени сохраняется сервер, бэкап делается. А-а-а. Вот и поэтому, из-за того, что сервер весь застроен такими постройками, получается какой пролаг сервер. А вот у меня завис. Или я вылетел с интернета? Вот. Не, все правильно, завис, все, вот откатило, все нормально. Откатило. Дальше продолжай. Там секунды где-то секунды на 4, на 5 зависает. Не, ну это в принципе нормально, да. Как тут, тем более, что зависаешь не только ты. А с политической ситуацией тут, короче, есть один трайб французский, довольно, я так понял, один из самых сильных. Угу. Они, короче, доминанты полные. Они как агрессивные? Нет, они абсолютно не агрессивные, они очень уютные новичкам. То есть они мне помогали. Вот этот колобок, это снова с их помощью накапливаю. Он мне притащил колобка, притащил арбалет, стрелы, наркоту и гибу. Просто так, бесплатно, на, чувак, типа, держи. А если они увидят, что мы вдвоем, скажут, ай-яй-яй-яй-яй, вы скоро будете нас сливать, давай, короче, до свидания. Короче, он сказал, типа, чувак, что надо, говори, мы тебе поможем, не вопрос. Но если ты попытаешься кого-нибудь из нас зарейдить, то тебе конец. Вот так вот. Понятно. Ну, доминант. Правильно сказал, я бы тоже так сказал, правильно? Угу. Так, минус 2. Не, ну вообще дружелюбные, ребят. Слушай, у меня ливл просто орёт прям, аж орёт, пищит, прям как некоторые. Ну это хорошо, тебе надо меня догонять. У меня уже 36 левел. Тебе, соответственно, надо хотя бы 20 плюс там иметь. Ага. Поначалу, наверное, к вечеру будет 40. Качай. Я сейчас я уже фортитюд уже чуть-чуть вкачал, я сейчас чуть-чуть хп вкачаю, а потом вес обязательно надо, я просто буду заниматься. Да, вес тоже нужен обязательно, без веса. Строительство там, ну, еще что-то. 200 веса это минимум, чтобы себя комфортно чувствовать. Блин, колобок просто жесть. Я на этом колобке фармил зимний биом, но единственное, зимний биом опасно немножко, там гигант может появиться. Надо, кстати, волков потом притомить. Ребята, кого притомить? Я нам? Пытался уже. Я рассказывал. Я смотрел твою серию. Волка, ты там рассказывал. У меня этот. Короче. Выжил он недолго. Не успел я убежать. И убило меня. Какого уровня волк был? Ну, небольшой. Ты работай, давай, что ты там бегаешь? Я смотрю, ты там шлагуешь.
Ай, работай давай. А чё мне работать? У меня вон он хило там известно. Давай, давай, фарми, бери, бери там все это, делай. Да сам фарми. Сейчас говорю, чувствую, меня же выгонит. О, у меня раб есть, мне работать. Раб, рабыня что ли? Ты что, попутал что ли, берега? Да. Какого ты там левела? Мясо пожары. Да я сейчас в один день обгоню. Седьмой уже, о, нормально, уже 3 левела, по-моему, сейчас сверху. Ага. Не, хорошо, хорошо, качайся, качайся. Этот, дерево есть у тебя? Пожарить мясо. Слушай, у тебя зелень проблем, похоже. Ну, у тебя топор же есть, сходи наруби. Проблема. Мясо ты не жарь, не надо, наоборот, ты пусть оно тухнет. Да тебе нет, надо, ну надо чуть крафтить. Пожарить. Я знаю. Так, ну... у тебя целый стак мяса, и у меня почти стак мяса. Ничего страшного, еще пожарим. Ну, хочешь пожарить, не вопрос. Блин, я просто хочу пожарить мясо, повыживать немного. У меня праймит, кстати, появился, я сейчас праймит пожарю. А вот праймит жарь обязательно. Положил эту кнопочку. Ребята, нажимайте F, потом за когда подходите сходить к костру. Е не нажимайте, Е просто он ее тушит нахер. Так, а еще важнее это правило, когда ты подходишь к этому фабрикатору или к печке. Да, это вообще жесть. Там топливо, там все это. Кстати, какого хера здесь аргентависи летают? Это после обновления они здесь появились, да, я так понимаю? Здесь аргентависы очень редко бывают. У меня вот возле дома у меня аргентавис только один раз появился вот за. Ну вот возле зимнего биома. Недели две. Ну, так, не да? Возле прям, вот там вот он, на меня он докопался, до меня только что я его херанул. Ну здесь вот рядом же этот зимний биом начинается, и там уже аргентависы, да. Так, ну же рядом вот место, из которого мы стартовали, помнишь, зимний биом на хардкоре. Вот, а там сам же помнишь, что там и карны, и аргентависы. Так, и ну рэп, что ж, я тогда мясо. Сейчас тухлое сделаю, побольше распределю вот так вот через shift. Анкило уже на треть притомился. Анкило мы сейчас с тобой потом будем туда-сюда, короче. А ты его сам начал? Мы будем этот. Да, я сам начал томить. Короче, мы анкило потом будем ходить за железом. Кстати, я тебе сразу предупреждаю. Короче, смотри. Вот если прям вот отсюда углубляться в сторону вулкана идти. Там, короче, две или три базы по пути, и одна из них абсолютно точно с туретками, с агрессивными включенными. Причем, если я правильно понял, там не просто туретка, а миниган туретка новая, очень жесткая. То есть она тебе даже колобка разберет буквально секунд за пять. Ну, мы по-любому, я такие вылазки буду с тобой пока ходить, ну, чтобы ознакомиться с сервером и так далее, то есть посмотреть. Ну я тебя просто так предупредил. А в основном здесь вокруг вроде так спокойно. Ну, базы есть, и баз много, но без этого, не агрессивные базы. Единственное, ну, возле здорового камня, который вот там вот на краю зимнего биома, возле него тоже база, там органические туретки, но я к ней близко не подходил. Так, дерево. У тебя быстро так выдохся прям. Я имею в виду этот, у меня. Реально проблемы с грузом, с грузоподъемностью. А, у меня же 100 камня, блин, ядрить его. Я думаю, откуда у меня... Так, а ты из этого... Груза? Ты выкинь камень, просто выкинь, потому что колобок его очень много добывает. А я пока шел до тебя, ну, искал тебя, когда твою базу. Там, походу, дело, собрал все это дело с собой. Ну, по привычке, е-е-е, нажимаешь. Ну-ну. Так, ну что ж, ребят, кого еще нам затомить? Помимо гигантозавра, я знаю, сейчас скажу, ай, давай гигантозавра томить туда-сюда. Это, кстати, ребят, не... Волков надо, птеров. Да. Это, ребята, сервер не хардкор. Ну, реально, хардкор достал уже, честно. Ну, блин, там, во-первых, народу мало, практически нету, да? Во-вторых, ну, блин, умираешь, да, заново начинаешь, умираешь, заново я начинаешь. Я находил только один сервер хардкорный, где много людей играет, там, наверное, человек 40 сидело. Но там вот буквально ты нарываешься на любого чувака, и он тебя сразу убивает. То есть там новичку развиться вообще не дает. Там, походу, между собой у них договоренности какие-то, да, еще? Да, они, походу, вкачанные и, короче, сами по себе там играют. И новичка видят, даже не разговаривают, им пытаешься что-то писать, там говорить с ним бесполезно. Они даже просто на тебя не реагируют, просто сразу убивают, и все. Давай, до свидания, короче, да, делайте все. Понятно. Ну ладно.
В общем, ребят, мы хардкор пока, ну, видите, два сервера держать одновременно, ну, как бы развиваться на двух серверах, я думаю, будет очень сложно. Я уже пытался, если честно, мы пытались как-то трайбом выжать, и тут одновременно еще и хардкором. Реально не успеваешь, просто физически, морально не успеваешь. Там проблема, там проблема, там ты должен это сделать, там ты должен, короче, переключаешься персонажами, и потом интерес падает. Мне кажется, лучше все-таки сосредоточиться на один сервер, да, Сенич? На одну тему. Тем более официальный это... Да. Обычный PvP-сервер нормальный. Угу. Тем более, да, сервак не упадет, он с ними ничего не случится, угу. Его никто дедосить не будет. Это как это вот наши российские сервера дедосят, там между собой они там, не знаю, конкуренция, что ли. Херня какая-то еще происходит. В общем, официальный сервер, господа. Говорить мы его не будем, потому что будет полная вакханалия, если мы его скажем. Я думаю, многие со мной согласятся. Да, это нереально. Вот, и... Да, сервер, люди есть, иностранцы. Будем общаться, будем пытаться, будем выживать. В общем, ладно. Так, тут, ладно, кстати, 8-9. Не только иностранцы. Тут есть трайп один. Какой? Сейчас. Наши, что ли? Блин, я не помню, как он называется. Да, он, короче, русский, там русские играют точно, потому что они писали, они транслитер писали в чате. Нет, я с ними не общался. Но я видел, что они, короче, сначала общались с этими, с французами, короче, по-английски там переписывались, а потом смотрю, они между собой начали по-русски переписываться. То есть они русскоязычные, я так понял, трайп какой-то не слабенький. Ну, нормально. Я их еще не встречал, да, я только в чате их видел, я их не так, встречал, через я с ними через не общался. 2 минуты будет у меня, кстати, этот... так... Наркоягоды как ты добывал? У тебя вроде бы нету трайка. Вон трайк стоит в загоне, ты чё? Вторая дверь. Загоне, да? Да, в доме вторая дверь. А чё ты в доме в самом не сделаешь вторую дверь? Чтобы выход там в загон. В доме есть. А есть, я чё-то не видел? В доме есть, всё. Так, трайк у тебя 61 уровня. Он у тебя, кстати, апнулся. Я ему, наверное, дамаг вкачаю. Мили дэмэдж ему вкачаю. Прекрасно. Трайк хороший, нормально. А только выносливости у него мало. У тебя крыша не полностью построена, Сень. А потому что видишь там как криво все. Крышу вообще построить нереально. Надо потом будет перестроить. Я знаю, как потом сделаем. Вот как раз одному мне лень было этим заниматься, да. А с тобой вдвоем мы сделаем. Короче, раз... знаешь, как хочу? Я хочу на доме построить загон. Прям на доме. Ты имеешь в виду как? Ну-ка. С подъемом. С подъемом все дела, да? Да. Ну это прикольно должно быть. Кстати, я когда бежал к тебе, я видел такую похожую базу. Там как-то загон был наверху, ну без подъема, если честно. Ну, давай посмотрим. Ну и там, наверное, чисто для птиц загон. Скорее всего, да. А тут с подъемом, кстати, мы можем здесь оставить типа охотничьего домика, а самим подобрать более ровное место и там построиться. Так, что у меня тут? Мясо вялится потихонечку. Туда-сюда, обратно. Все, сейчас будет гнилого мяса. Очень много съесть. Очень, и дырить его налево много. Отведу его назад чуть-чуть вот так вот. Прекрасно. Что у тебя там с анкилой? Томится. Еще долго, еще часа 2-3. Угу. Прекрасно. Ну, хотя может и не 2, не 3, может быть чуть поменьше. Что-то он вроде так нормально, шустренько идет. Хотя все равно медленно. Да ничего страшного. Самое главное, чтобы нас никто не вынес, Синич. Самое главное. Ну это же не хардкор, даже если вынесут, мы всегда можем заново отстроиться. Или попросить помощь останутся. У французов, да? Ай, бульжу, сеньор, помогите нам, пожалуйста. Сеньор. Ну они, кстати, такие реально дружелюбные. Сеньорит-то самка в беде, ептать. Так, ладно. Ребята, ну что ж, хорошо. Одно дело мы с вами сделали. Сейчас у нас мясо вялится, гниет. Уже сгнило, походу, да. У меня уже 19 кусков. Есть, а что у меня не помню, что сгнило? 9, 5. Там еще в холодильнике тухляк есть. О, у тебя тут наркоты до хера. Сейчас пойду наркоту крафтить. Сейчас изучу. Давай. Только. Ух, да, ставь, крафти. Откатило. Ступка там стоит, все есть. Ты рядом со мной, да? Да, не парься. Туда-сюда, обратно, и нам всем тут, приятно. Тут, кстати, изредка, но появляются, ну, там чуть-чуть сбоку, карна.
Да? Да. Надо, короче, рядом с колобком вечно... А, вот он, стопка, нашел. Так, у меня колобок. Одну. У меня колобок всегда рядом. Другую. Так, наркота. Чтобы изучить наркоту, надо изучать ничего. Только наркоту. Ничего понял? Не надо. Да. Я пока изучаю то, что нужно сечь. У меня там много чего есть. Так, 27 наркотиков. Крафчу. Учи элементарные вещи. То есть там костер, там кирка, топор. Ну, кирку, топор ты умеешь, я думаю. Кирку умею, топор. Факел нет. Тоже умеешь. Факел умею, этот, да. Ну, обязательно выучи вот там наркоту, потом спарк паудер, цемент, стопку. Такие, ну, вещи, которые всегда могут понадобиться. Да, хорошо, ладно. Так, наркота у меня там все нормально крафтится. Туда-сюда, обратно, блин, с водой проблема. Нам надо потом в этот, ну, когда уже нормально домик построим, уже на либо водопровод провести, либо этот резервуар поставить. Ну, да, я ягодами его ставлю. Как вам место, ребята? Напишите в комментариях, нравится вам место? Как нам лучше построиться еще, как вы думаете? И вообще, может быть, нам переселиться? Римас, ты только пришел, ты уже начинаешь это дело хозяйничать, да? Не, переселяться не надо. Мне сильно нравится это место. Мечтай. Ничего, ребята. В один день зайду так вот, чпакну прям и заберу трайк. Власть в руки свои. Так. Господа, мы вам обещали сделать небольшой подкаст. Мы с Сеничем скоро сегодня запишем, наверное, да, Сенич? Завтра. Подкаст. Ну, сегодня, я думаю, вечерком мы сделаем. Расскажем о своих планах. И, ну, как бы, вас спросим, что бы вы еще хотели видеть нас вдвоем. Ну, в какой игре будет, там, чтобы мы поугарали и так далее. У меня, в принципе, есть уже пару таких вот небольших, как говорится, идеи. Я надеюсь, вам понравится. Скоро вы услышите и у меня на канале, и, конечно, у Сенич на канале. Наши каналы у нас в друзьях. То есть вы можете зайти на наши каналы и посмотреть. Там у Римаса вот Скуал, прям первый, и, либо у Скуала Римас. И так далее. Так, ну что ж. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что такое? Оп-оп, подвисло у меня. Да у меня опять видеокарта. Да-да-да. Когда стримил. Я понял. А, кстати, знаешь, что может быть? Да ладно, я тебе потом расскажу. Что это может быть? Не буду я на записи. Все, объясняйте, я тебе потом скажу. Есть у меня один вариант. Даже не один, два. Так, чего там не хватает? А, наркоты не хватает. Айк! Наркоту дал. Ай, у Трайка нет наркоты. Пойду я Трайком наркоту пофармлю пока. Да, вон тут кустов рядом километр. Колобок. Дай тебя съем, да? Ты, кстати, ну, да. Потом этот. Ага. А потом посмотри на у колобка на морду его. Посмотри, я ему скин очков одел. У него такие малюсенькие очечки, так прикольно, да? Смотрится. А я что-то не заметил, что у него очки есть. Ну, у него маленькая же голова. Я, кстати, сегодня вот я записал потом на записи, видишь. Ага. Я, короче, сегодня увидел дельфина. Детеныш дельфина, короче, вообще малюсенький, вот просто там, он вот совсем маленький, как ростом с траву. Ну, они в основном в зимнем биоме. Кстати, они сейчас везде здесь появились. Они сейчас везде, даже как мамонты, да. Красота, фарм. А когда эти французы-то появляются вечерами, да, они заходят к тебе? Да ты знаешь, я их вообще, я заходил и утром, и днем, и ночью. Вот сейчас я где-то сколько я, часа полтора-два в игре, да, нахожусь. Короче, я заходил, всего 4 человека было. Вечером тут как-то было 50 с чем-то человек. Да, я сейчас зашел, тебе 15 французов... человек уже было. А, ну вот, ну видно, просто я в такой момент заходил, когда совсем мало людей было. А, короче, французы, они, я их видел и ночью, и утром, и днем, и вечером. Они, то есть в любое время можно их встретить. Короче, да не, им походу пофигу, как день, ночь там. То есть время есть, играют. Ну понятно. Тут такая торговля активная вечерами. Да ладно, что торгуешься? Короче, и чё, да, чё, они, например, чувак говорит, мне надо, короче, там киблер, гентависа, кто может подогнать, кто-нибудь кричит. Да, базара нет, на вот я, короче, могу там через полчаса 50 киблов на аргентависа. Ну, не на аргентависа, извини, с аргентависа сделать. Это для спина.
Короче, говорит, ну ты мне там типа тоже что-нибудь подгони. Ну базара нет, я тебе там, например, кибу какого-нибудь рекса сделаю. Бартер, короче, вот так, да? Да, да, тут вообще барыжат по полной программе. Причем постоянно. Ты там Акила смотришь? Да-да, я возле него сижу. Ай, давай трек развалится. Холодно сильно стало. Да-да, мне тоже прям что-то этот ушатывает прям. Я сейчас Анкила покормлю и пойду в доме пересижу мороза. Давай, давай, тебе сейчас борща приготовлю, самочка, тебе сейчас борщичка сделает. Давай, давай, базара нет. Борщичка я бы не отказался. Горячего, да? Прекрасно. Да. Так, ягод нахерачил там, нафармил. Ступочка, ты где моя, родимая? Так, одно мясо сгнило, а второе мясо скоро сгниет. Там больше гнилого мяса нет, да, у тебя случайно? Или есть? Не знаю, в холодильнике глянь. Нет, нету. Я забыл, у меня вот одна штучка есть, сейчас тебе закину. Что закинул? Ты трайка видишь, да? Вижу, вижу. А ты его за собой, я его сейчас от тебя отцепил только что. Понятно. Как трофей, ёптать, в стене, блядь. Да. Красавец. У меня вон сегодня с утра его башка прям от костром торчала. Я костер включил, да, у него так, а он мордой прям в пламя утыкается. Я уж думал, жареную голову трайка поем. Да. А он выжил. Так. Че там? Ай, скрафтил прекрасно. Ну что, у меня уже опять скоро левелап. Ну что ж, ребят, в общем, хорошо, вот такие вот дела. Мы будем развиваться с Синичем именно в этом серваке. Все, больше никаких хардкоров, никаких там других серверов. А только один сервер, зато мы максимально сосредоточим свое внимание на этот сервер. Да, да. На свое выживание. Делать здесь. Да, ну я надеюсь, вам понравилось. Да, понравится. Надеюсь, надеюсь. Ну, не понравится, давай, до свидания. Ну, я шучу. Ладно, ребят, всем удачи, до скорых встреч. С вами был Синич, Римас. Пока.